Вы понимаете, почему 1,5 метра, да? Да, да, да. И готовы это исполнять? Да, естественно. А? Естественно. Ну, желательно, раз мы... Вы же понимаете, это не желание кого-либо, а это мера предосторожности. Вежливо и с уважением посетителям парка напоминают о необходимости соблюдать дистанцию. Требования Роспотребнадзора продолжают действовать и сейчас, когда все общественные территории открыты. Совместный рейд провели в парке Гагарина полицейские Самары и представители общественного совета при городской полиции. Вот эти вот точные коммуникации, которые сегодня происходят, они наиболее важны именно от представителей не только органов власти, коими выступают сотрудники органов внутренних дел, но и общественного совета, который представляет общественные институты. Прогуливаться в парках сегодня можно по двое с соблюдением социальной дистанции, но не собираться большими компаниями. В парках тоже необходимо соблюдать меры предосторожности. Желательно гулять по двое, соблюдать дистанцию. Что же касается детских площадок, то по отношению к ним ограничения пока не сняты. Об этом тоже напомнили в ходе рейда. Кроме того, сегодня самарцам вручили памятки о том, что в условиях противоэпидемических мер участились случаи мошенничества. Брошюры рассказывают, как распознать обман и не попасть на удочку сомнительных доброжелателей. Олег Зверев, Максим Гусев, «События».